хочу сказать, что я готовлюсь стать мамой. Решила попробовать на себе новый краситель спа. И вот такое чувство, что я на самом деле была вот в спа-салоне крутом, была, делала спа-процедуру, мне комфортно, такое ощущение приятное на волосах. Процедура окрашивания вообще прошла совершенно спокойно, без каких-то неприятных резких запахов. Сначала мне нанесли на волосы средство, которое защищает волосы перед окрашиванием. Потом непосредственно провели тест, не будет ли аллергии. Перед тем, как мне наносили краситель, мне сделали тест на руку сюда. Небольшой, чтобы проверить, как отреагирует кожа, да, на этот краситель. Вот. Что меня очень удивило, что я вообще даже ничего не ощутила. Никакой реакции не было, покраснений ничего не было. Соответственно, мне нанесли состав на волосы и кожу головы. Здесь конкретно направлено именно на будущих мам, конкретно на их потребности и их желания. Результат налицо, да, очевиден. То есть вообще такие волосы. Хочется их трогать, наслаждаться и вообще постоянно смотреть на себя в зеркало и ощущаешь себя шикарной, богатой женщиной. Дорогой.